живу, не вода-то есть, а помыться нельзя, негде, и что? Еще чего не знаю сказать. А что еще рассказать не знает, просить не привыкла. Просто вода в доме только в старом рукомойнике да в кране, холодная. Ванной нет, туалет, как водится в деревенских домах, почти на улице. Но и это еще полбеды. Дом, который с виду красив и крепок, много лет назад сгорел наполовину. 2 часа ночи загорело. Там соседа жила, она постукалась, а бабушка у них старенькая была. Я ей говорю, ой, наверное, скорую вызывать надо. Это мать это. А Сережа-то вышел и говорит, Егорима, говорит. Сережа – это муж, который воевал в Великую Отечественную. Он умер 12 лет назад. С тех пор в доме, который после пожара восстановили, Мария Алексеевна живет одна. В следующем августе вдова отметит свой 90-летний юбилей и мечтает об одном – встретить этот день пусть в маленькой, но благоустроенной комнате. Комнату бы дали благоустроенную, хоть ванна бы была. Мыться в горячей воде и поставить стиральную машинку – это единственное желание, которое осталось у Марии Алексеевны. Говорит, раз молодость военная прошла в бараках на лесоповалах и тяжелой на холоде колхозной работе, то хоть бы последние годы провести в благоустроенном жилье. Сухим стало. Ухайдакалась война-то, ухайдакала нас. Пуганая. Людмила Малинина, новости Вологды.